Первый межрегиональный центр по развитию туризма открылся в Белокурихе. Его презентация стала главным итогом выездного заседания Комиссии по развитию туризма Русского географического общества. Впервые за свою историю заседание прошло на алтайском курорте. Новое учреждение возглавил Олег Акимов, заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха». Центр станет официальным представительством Русского географического общества в Сибири и первым подобным в России. Как сообщил нашим новостям Олег Акимов, подробная информация о работе центра появится позже. Пока известно, что он будет заниматься продвижением и развитием туристических и рекреационных проектов на территории Алтайского края.